Привет, ребята! Мы снова с вами на канале Ева. Но вот только Евы что-то не видно. Где же она пропала? Наверное, где-то прячется. Давайте мы с вами ее позовем. Ева! Ты где? Выходи! Говорите, ребят, Ева зайца, говори, батя. Вот, мы слышим ее голос, но не видим самой Евы. Где же она есть? Наверное, она занята. Где же она? Сейчас мы посмотрим, где Ева. Ага, вот она. Вот она, проказница. Вот она выползла из-под стола. Поздоровайся с ребятами. Нет, я занята. А, Ева занята, да? Да. Хорошо, а кто будет Лялю одевать? Ева. Ну, сейчас. Давай, сейчас мы... Сейчас Ева закончит, свое Ева. Дело, да, свою работу. И опять Ева под столик залазит. И опять Ева под столик залазит. И там что-то Ева будет делать. А что же Ева там будет делать? Прятаться? Да. Ну, по-моему, у Евы какое-то очень, очень важное задание. Выглядывает. Она снимает колесики нашего столика с тормоза. Да, доченька? Все, ты справилась, да, Ева? Все, давай теперь же Лялю одевать. Ребята ждут посмотреть, как Ева Лялю оденет. И опять Ева куда-то убежала. Вот. Вот она снова с нами. Теперь мы будем одевать Лялечку. Маленькую Лялечку, да. Так. Так. Памперс мы ей одевали уже. Теперь давай ей оденем вот этот костюмчик ее. Костюмчик. Нет, давай. Я одену памперс. Памперс? Ну давай сначала памперс, а потом оденем ей костюмчик. Ой. Вот видишь ты? Сняла с тормоза колесик, и теперь оно катается. А вот так попробуй. Так будет удобнее тебе. Оно катиться не будет? Давай, одевай, Лялечка. Вот костюмчик тебе. Наш. Костюмчик? Давай, может, маму позовем, чтобы она тебе помогла? Нет, ты сама будешь? Ну, давай, сама. Ебать, это мои Лялины вещи. Лялины вещи, ребята. Вот, видите, какой красивый костюмчик у Лялечки? Ева погладила его. Ева погладила его, да? Да. Да. Батя, скажите, чем Ева погладила? Ребята, скажите, чем Ева погладила? Ева... Утюгом погладила, да. Ебать, еще намазать. Еще надо намазать. Ева, когда гладила утюжком, она немножко свой пальчик обожгла. И вот, ребята, мы мажем волшебной такой жидкостью пальчик Еве, чтобы он не болел. Вот, все. И выйти. Оно капает. Капает, да, пол. И вытереть. Держи. Стираем. Все. Все, вытерли. Ну, давай теперь одевать Лялю. Пусть лежит тут. Пусть лежит тут. Давай одевать Лялечку нашу. Да, папа. А то холодно, она может замерзнуть. Вот, давай. Надеваем Лялечку нашу. Ой, упала. Упала наша Ляля. Чуть не испугалась ее. Да. Да. Испугалась. Вот какая Ляля. Вот какая Ляля. Сиди, Ляля.
Нормально. Нормально сидит. Только не упади. Да. Сидит Ляля нормально. Сидит Ляля нормально. Тут посидит. Вот посидела, там посидела. Только не надо их бить. Только не надо что делать? Бить. Бить? Кого бить? Ребята. А, конечно, нельзя драться. Ребята, драться нехорошо. Это не хорошо. Да, драться нехорошо, поэтому драться не нужно. Упала снова бумажка. Снова бумажка упала, да? Да. Которой мы пальчик вытирали. Упал папис. Упал папис. Вот какой папис. Да, вот какой памперс непослушный. Падает и падает, да? Так, ну, давай. Будем мы одевать лялечку. Возьмем. Сейчас. Пошел прежде папис сюда. Памперс оденем сначала, да? А потом костюмчик оденем. Ну, давай. Оденем сначала памперс, а потом костюмчик оденем. Давай, вот он наш памперс. В прошлой серии мы ребятам уже показывали, как одевать памперс. Для того, чтобы они могли одевать своих маленьких братиков и сестер. Теперь мы сейчас будем одевать Лялю. Еще раз ей оденем памперс. Давай, папа оденет. Ева сама оденет. Давай. Ребята, покажи, как. Да, смотрите, ребята, какой мишка у нас. Так, и сейчас мы оденем памперс. Сначала, сейчас папа быстренько оденет. Ты бумажечкой, да, протирай, Ляля, да, ножки. Так, сейчас мы... Да, чтобы они не были грязными, совершенно верно. Теперь мы одеваем. Так. Бумажка такая. Да, памперс одеваем. Вот он наш памперс. Так. Папа, и? Давай на дом, где утюг мой. Утюг, да. Сейчас, так давай же мы оденем нашего, нашу Лялю. Надо да. Истегнуть. А, погладить сначала нужно, да? Хорошо, сейчас мы поищем утюжок. И ты покажешь ребятам, как мы гладим.